Добрый день! Вашему вниманию распаковка товара от Розетки, доставленного новой почтой. Клещи переставные фирмы Стэнли. Вот у нас выдаткова накладна, клещи переставные. Цена 422,55 была. Организация доставки это от новой почты. И вот чек от новой почты. Шарнирно-губцевый инструмент. Купили мы по акции их со скидкой по цене 322 гривны 55 копеек. Вот как выглядят Stanley Flat Max 200 мм. Это длина самого инструмента. Расстояние между губками 50 мм написано. Можно использовать вот и для круглых, для прямоугольных и шестигранных поверхностей. Тут что мы видим? Система Push-Lock, то есть фиксируется кнопочкой. Кнопочку нажимаем, отводим на нужную нам ширину. Отпустили кнопочку, все, он зафиксировался. Не сдвинется теперь пока. Мы опять не нажмем кнопочку. Вот, очень удобно. Вот положение тут всего 17. Можно передвигать. Он даже в смазке еще. Отлично. На 17 разных положений можно ставить. То есть мы брали для водопроводных труб, хватит с лихвой, расстояние большое, для любой трубы подойдет. Также можно и для смесителей и так далее использовать. Что тут еще написано у нас? Stanley. Сделано в Бельгии. И тут еще какая-то наклеечка. Ага, нет, сделано все-таки в Китае, но по бельгийским технологиям. Вот. Ну и адрес производителя. Все есть. В руке удобно. Ручки прорезиненные, не скользят. Пока что я не буду его откручивать, отвинчивать от упаковочки. Ну, на вид вы сами можете посмотреть. Выглядит отлично. Вот заднюю часть. Пожалуйста. Покупайте в Розетке. Мне нравится. Не пожалеете.